октября. Дима Зёров, Тимиртау Кап 2024. 50 юных мастеров слова собрались вместе, чтобы научиться еще лучше излагать свои мысли, отстаивать позицию, уметь слушать других и вести дискуссию с оппонентом. Именно с такими целями в Тимиртау стартовал летний лагерь дебатеров КАП-2024. Сегодня в рамках проекта развития дебатного движения города Тимиртау и поселка Актау мы проводим двухдневный обучающий лагерь на базе отдыха «Космонавт». В программе лагеря запланировано первый день тренинги обучения для дебатеров. Второй день будет проходить турнир. Турнир для русской лиги и для казахской лиги. Первый день был насыщен тренингами и мастер-классами от опытных спикеров области. Всего было приглашено 5 спикеров. Тренингом по развитию лидерских качеств лагерь посетила и депутат Тимиртауского городского маслихата. Для детей очень важно проводить такие выездные дебаты, тренинги и турниры. Во-первых, это большая площадка для знакомств. Здесь дети знакомятся друг с другом, заводят новых друзей, попадают в новую атмосферу. Все это придает детям хорошее настроение. Под влиянием этого настроения появляются силы и энергия, меняется взгляд на жизнь. Ребенок замечает свои ошибки, исправляет их и подмечает что-то новое для себя. Это все влияет на личностное развитие ребенка. В течение дня ребята изучали, как стать настоящим лидером, как развивать критическое мышление, рассуждать и продуктивно организовывать процесс дискуссии. Обучение проводилось как на казахском, так и русском языках. В целом мы будем рассказывать о проведении самого формата и о тонкостях, условно, о самой структуре игры, о тонкостях, которые в ней присутствуют. Почему это важно? Ну, это важно для поднятия общего уровня в дебатах Караганды и Тимиртау, которые у нас в сравнении с, условно, с Астаной и Алматой хромают. И просто для того, чтобы люди учились разговаривать и взаимодействовать как-то с публикой. Участниками лагеря стали дебатеры, которые только начинают свой путь в этой интеллектуальной битве, так и неоднократные участники различных турниров. Сделано это для того, чтобы новые знания юные дебатеры получали не только от спикеров, но и друг от друга. Мы другим ребятам показываем, что такое дебаты, мы их учим играть в дебаты. Также есть тренеры, спикеры, которые нас также этому всему обучают, рассказывают и расширяют наш кругозор. Летний выездной лагерь дебатеров КАП-2024 был организован в рамках проекта, реализуемого по заказу Молодежного ресурсного центра города Тимиртау. Кристина Кириченко, Жахангир Конышбаев, новости Тимиртау.